тогда вот. Да. Вот сразу вместо нас прийти и преподавать. Смотря для кого. Для себя. Ну, пожалуйста, есть ли какие-то вопросы к Батырбеку, или какие-то мнения? У меня вопрос, а для художника этого фильма тоже был диплом, да? Нет, нет. Художник этого фильма Сергей Зайков учится в СПГУ. Я его знаю. Даже, да, это был дипломный проект, он тогда был на втором курсе. Но они уже как бы достаточно плотно заработали в связке с Алексеем Зайковым, оператором. И поэтому я думаю, для проекта это была большая удача, что Сергей участвовал, потому что это очень талантливый художник. Вот мне и странно, что такие погоны новые. Да, нет, погоны не новые, погоны просто того же времени, они просто парадные. Там, где мы искали костюмы для главных персонажей, не оказался только один бытовой вопрос, ну, как бы, такой простой погон. Так опять надо было помять, испачкать. Режут они просто, так жалко. Да, ну, по-другому просто не получилось. Хуже было бы, если вообще... Ему это уже указывалось, но исправить уже было поздно. Хуже было бы, если вообще погон не было. Поэтому я и решил, что лучше пусть докинем. Да, лучше что-нибудь накинем. А вот насчет времени, это брежневский период? 67-й год, да. Операция была проведена в Кейптауне в 67-м году. Третьим Виталия Крущева. Нет, он не Привет, в 1963-м. В 1963-м. В том-то и дело, что... Ну, я и говорю, Василий Макарович сам в рассказе не объясняет. Шизя, а вы не Шизя. Я придерживался его мнения и не говорю. Я не раскрываю, Шизя или не Шизя. Я просто пытался выстроить так, что вначале по подсказке как бы председателя он выдает себе Шизя перед участковым. А потом в финале, выходе, наоборот, участковый уже подозревает, что он что-то как бы переигрывает, а председатель, наоборот, начинает верить в то, что он Шизя. Ну, как бы это было, так я объяснял своим героям, но на самом деле я тоже не говорю, мне не даю однозначного ответа. Вы можете не давать, я вас спрашиваю. Он Шизя или нет? Можете дать, ну что-нибудь. Я не даю. Я им тоже ничего не рассказываю. Но это не значит, что я не имею. Для меня он просто чудак. Это не Шизя, это не психически, больной человек. Это просто человек, чудак. Я полностью поддерживаю. Все, да? Нет? Коля. Коля. Спасибо. Юра, давай.